Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, продолжаем проходить Dark Souls 2. Я тут немного осмотрелся, побегал, там я забрал уголь. Скорее всего, нужно его отдать кузнецу. Так, можно, в принципе, пойти туда. К боссу я пока не хочу. Хотя тоже, в принципе, можно это сделать. На той стороне еще есть Цвайхендер, второй по счету. Колечко жизни также. Вон там вот вдали, там где стоит страж. Вон там вот. Сейчас покажу. Плюс один. Да и в принципе все. Как думаете, потом... пойдем уголь отдадим. Наверное, потом. О, давайте убьем, наверное. Почему бы и нет? А ты откуда взялся? Секта, секта, давай, делай, делай. Не хочешь? Ну, пошли. Мазал. Что-то вообще. NPC реально танкует. Так, то он будет взрываться или нет? Нет? Ой, не надо меня бить, ой, не надо меня бить. Отличник. Душа демона. Медалька. Ничего тут нет. Свиной щит, огненная бабочка. Смотрим. Не знаю вообще, зачем такой щит.
Нужно было сразу это сделать. Так, того не трогаем. Да, я там умер. Угу. Очень неприятно. Так. Мало ли. Сколько можно? Вот так он мне влупил, и я улетел. Чувак, закрыто, куда ты идешь? А где второй? Там внизу ничего вроде. А вот и второй, да? Так, что мне это дает? Хорошо. Костер и кольцо. Говорили нам. Блин, заметил, что у меня через раз нажимается удар. Это очень плохо. Знаете, что я заметил в этой части, то есть во втором DS? То, что бонфайры, блин, через каждые 10 метров. То есть настолько, ну, бред полнейший. Зачем такое делать? Если, допустим, в первом там вот действительно нормально костры сделаны, то есть нужно достаточно дохера пробежать, чтобы увидеть новый костер. Тут, блин, на каждом, блин, я не знаю, закоулке. Так, а чё я нашел? А,
А, вот, защита от молний на 80. О, знаете, о чем это говорит? Что это башня солнца? Зачем? Зачем мне это нужно? У меня там третий ранг. Ну, не знаю, может быть, потом еще раз вступлю, хотя... Твою мать, ну, что делать? Я знаю, что делать. Угу, башня солнца. Так, секунду, тут где-то должен быть костер. А вот он. Получи свой уголь. Ничего себе, грызается. You've got stones, I pray. Give me stones. Так, что ты продаешь? У Тигатана. Так, лук более-менее. Но мне нужен мерцающий титанит. Закалить оружие. Так, и что у нас тут есть? Магия, огонь, молния, тьма, яд, кровопотеря, грубая. Чары. Простое. Зачаровать-то я могу, но нет смысла, по сути. Может быть, еще раз с ним поговорить? Ладно. Давайте, может, в Маджулу, там уровень подниму. Кстати, насколько я понял, это дочка кузнеца. Так, я убил этого босса. По идее, должен сет выпасть. Выпасть, продаваться.
Ну охренеть, он тяжелый. Хороший сет, хороший. Не знаю, но я обязан его купить. Хорошо, можно, по идее, еще раз прийти к нему. Может быть, что-то он обновит, не знаю. Да нет. Я убил, а у него броня. Отлично. По идее, мерцающим титанитом, да? Улучшать. Я себе так рок спилю. Вот, по идее, вот так идеально. I knew you'd be around soon. Come on. Да, мерцающий титанит нужен. Чё-то я думаю, что, скорее всего, я этот сет и оставлю, то есть буду с ним бегать. То есть 50 на 50. Сейчас, конечно, я буду с ним бегать, потому что это, по идее, лучший вариант. Еще два уровня нужно мне срочно. Ну, тут, по идее, не особо-то и много. 10 пускай. 18. А хотя может хватить, вы знаете. Один уровень остался. Так, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет.
еще мне нужно... Что мне-то нужно? А, он там стоит, потому что перепрыгнуть, да, не может? Твою ты... Ну ты скотина, слушай. А я-то думаю, в чем прикол? А, может быть, я тогда умер не потому, что он меня ударил, а потому, что он разбил, и я что-то как-то упал, думаю, а че я упал? Вот она чё. А чё оно... Я не... А чё за прикол? Там же ж вроде должно быть. Не понял. Ой, ой. Ребят, вы что такое делаете? Втроем. Ну, конечно, я не попал. Бля, где тут блядский спуск? Ах ты, зараза. Что-то я там плохое сделал.
Что с моей иконкой? Так, ловушка. Ну там, по идее, босс. Бей. Удобство. Так, ну меня призывают. Давайте посмотрим, что там. О, крутенски тут все. Главное не толпиться. Ну ничего себе. О, бонфайр. А за окном мыльцо. Не надо было, что ты делаешь, дурачок, что ли?
Ой, как-то она так ненадежно все. Так, а тут, по идее, босс. Ну, 100% прям. О, ну, я прям похож. Чё за бред? Как его бить? А, я понял. В общем, он руку ложит. И все такое. По идее, как-то наверх, да, можно? Это потом заберем. Окей. Так, ну, можно закругляться. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.